Туве впервые за много лет наблюдается рекордный уровень снижения безработицы. Об этом сообщает Министерство труда и социальной политики республики. По официальным данным Красноярскстата, за первый квартал 2018 года впервые за 15 лет уровень общей безработицы составил 12,2%. Аналогичный период прошлого года составлял почти 20%. Наблюдается существенное снижение на 7,6%. Таким образом, на рынке труда республики наблюдается значительное улучшение, а именно снижение числа безработных граждан, увеличение числа занятого населения и снижение безработных граждан в центрах занятости. По результатам детального анализа, положительная динамика стала возможной после широкомасштабной работы центров занятости населения с работодателями, так как сегодня органы службы занятости населения работают с ними в ручном режиме. Кроме того, повлияло открытие 55-й мотострелковой бригады и новое швейное производство Тувы, куда трудоустроены более 1000 безработных граждан. Также свои плоды дал проект «Кыштак для молодой семьи».